закон и не стоишь, только в жаре святом все переплати, все, что не угодно тебе, просто удали, очисти мой грех, Иисус, прости. С нашим хором мы поем этот псалом, пророческий псалом, чтобы Бог просто просветил очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда Его призвания. Эта молитва Павла была за Ефесскую церковь. Давайте крепко молиться, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Когда на горе с тобой был я, выстремился. Благодарим Тебя, Господь.